Справедливость Асгарда нам дали. Ясно. С восстановлением нас не очень. Так, ну-ка, ну-ка. Вон она, да? Да. Закрываем квест. We have brought you what you asked. Мы принесли, что забыли. Спасибо. My love, she waits for me in Folkvanger. Моя любимая ждет меня в Folkvanger. Я прошу ее разделить со мной вечность. Как мне отблагодарить вас? Расскажи, что знаешь о том дне. Битва, ясно, которую я никогда не видел. Лязг, блеск металла на солнце. У Тора был его молот, а его противница диковинный топор. Этот топор, он был оружием воительницы. Да, он самый. Как мастерски она нанесла им удар, наносила. С какой силой? Не было оружия, равного Мьёльнира. Но этот топор и его хозяйка. Тор сражался не на жизнь, а на смерть. Выполнено. Отчаянного героя, ясно. Maybe, but her story here isn't finished. Это ее история. Так, ну все, друзья. Историю мы подобрали, сейчас мы тут... Я тут подсохранюсь. Чтобы мне 20 раз не это сохраняться. Я понял. Сейчас мы по хитрым способам восстановим ярость. А ты, блин. Тут тоже еще дерьмище есть где-то. Хитрая, ты отходишь, а она к тебе. Я понял уже здесь. Так, идем тут за драконом. Так. Попробуем. Так, Ванахейм. Так, нам надо... Вот сюда, по-моему. Да, вот сюда попасть там надо. А, нам надо еще в колодец сходить. Нам надо еще в колодец сходить. Нет, это мы не сюда прилетели.
Ален зимы. С виду голодный. Давай же, пойдем обратно. Мне все равно ты голоден. Нет, мы не сюда прилетели. Не сюда. Ага. Ладно. The autumnal stag. Hey, how about you follow me back home? Fall, get it? Yeah? No? No. Подожди. Нет. О! Гадость. Да я уже понял. Я уже все понял. Ну, я захожу, дорогие друзья. Не... Да не нашел я твои песочные часы. Да ёпрсы ты, блин. That crystal could use a dip in the pond, don't you think? Пойдём. Пойдем. Ты через мистические врата пролетаешь, и все здоровье восстанавливается. Это хорошо. Если вот так застрял кто, может, это очень полезное решение вопроса. Еще раз вот пройдем. Сейчас заодно в этот колодец.
Кстати, вот тут вот где-то тоже есть мистический колодец, но я его, блин. А он тут есть. Рукояти огненного единства. Рукояти вот так эффекта. Ну это понятно. И щит. Каркас очищения. То есть мы можем еще и каркас улучшить. Ясно. И нам еще дали каркас укрепления. Ох, где я, лади? Да. Так, ладно. Здесь где-то я видел, есть тут. Мистические врата. Spring, time of rebirth, renewal. Oh, I've missed the smell of those flowers. I'm sorry, kid. Just come back. Прости меня. Ну, подожди. Да где-то тут есть. Нет. Это мы выходим в начало. Это мы выйдем в начало, да? Нет. Ну, в принципе, можно через начало пройти. Да. Пойдем через начало. Did I ever tell the two of you how I made a small fortune in Asgard? Once, Baldur arranged for every archer in the city to open fire on him. We took bets on how many arrows could be lodged in his body until the shield... Это задолбался, бэхология! Oh, no, no. He was laughing the whole time. And mine was the closest guess. 446 arrows exactly. Так, мы сгоняем сейчас к этому. Yes, lad, because I've suddenly taken leave of my senses. Just saying. Нормально. О! Сейчас нас... Вот этот зверюга чуть нас не подлечила, да? Тут надо быть внимательным. Hmm.
Щит девятак. Щит поглощения. Щит укрепления. А вот щит укрепления дает не слабо защиту, но силы отнимает. Так, удержание в течение нескольких секунд дает мощный или атаки двойным нажатием. Взрыв. Каркас очищения. Ладно. I'll put some hurt on him. Я говорю, девяти миров. Тут дал силу поглощает, а 9 миров тоже 26 силы отнимает. Тренинг грудной мощи. Улучшить. Выпад гоплина. Левиафан. Так, ладно. Так, тут глянь, да? Цветы. В принципе, можно, конечно, улучшить этот. Попробуйте 9 миров. Замедляющий время. Но он силу отнимает, да? Каркас очищения. Это как раз то, что у нас. That'll mess some folks up. И можно еще увеличить, ты понял? Каркас укрепления. Или один в течение нескольких секунд вызывает мощный оглушитель после следующей, при следующей успешном блоке. Этот поглощение, это замедление времени. Ладно, попробуем. We got more lip flapping to do or no? Так, чтобы нам 15 раз тут не сохраняться. Я уже, честно говоря, устал, да? Сейчас проходи. Пошли. Ouch.
Угу. Сейчас мы быстренько. Не плакать. Так, подожди-ка. Все, я понял. Перли. Так, поплыли, друзья мои. Еще один Игдрасиль. Так. Something else for the cleansing pond, eh? Потом будем биться с вот этими. Потом. A flower here. Опа. If I had to guess, Starblush. Да, цветок подняли один, очередной, из каких-то там миров. Цветочек подняли. Так, друзья мои, идем. The Berserker gravestone. Prepare for another fight. Вот мне интересно, это какие врата, бля? Ох, подожди. Кратер. Вход. Ясно. Кратер вход. Понял. Подожди, клиент. Давай мы сейчас тут. Ну давай, Кратос, идем. Клиентура ждет. Так, он там удал грызет. Честно, а тяжело с ним сражаться-то. Another carbon. The last ingredient we need. Еще один ингредиент. Хм.
Встреча Яри и Сомра. Так вот они решили, что лучше странствовать вдвоем. Вместе веселее. Они быстро прикипели друг к другу, и их трапезы вошли в легенды. Говорят, после ужина с ними можно было не есть пару недель. Это был последний ингредиент. Отнесем его к котлу в Мидгарде. Ладно, это потом. Через миры. Через миры. Потом. Потом. Мы сейчас тут... Да можно сохраниться. Край на крайняк, чтобы больше не метаться туда-сюда. Чтобы больше не метаться туда-сюда. К озеру Девяти в Мидгард. Mimir, can we get back to what you were saying about Magni and Modi's childhood? Этот опять все. Beat them up a lot? Торок сильно бил. Да так, чуть-чуть. This way. Все хорошо. Вот сюда побыстрее, чтобы нас не засекли. Угу. Так, дай-ка я еще раз сохранюсь в этой тут. Как говорится, ворон этих ловить. Так. Ah.
Надо бы подлечиться. Так. Подожди, нам надо бы подлечиться, бай. Да сука. Так, сейчас я. Секундочку, друзья. Так, друзья, тут не так-то просто продраться. А, не, нам опять нужно будет кап... А, ну ничего, этого не страшно, что там его... Вовремя, а то стало как-то жарковаться, да? Ага, вот и твои часы. Теперь я могу фольк-фан. Сначала ответы. Ты хотел поселиться в этой долине, а чего не вышло? Я помню, когда я пришел сюда, эта долина была полна на грани разрушения. Была кратером, как и сейчас? Нет. Но вроде в городе царила разруха, окна были выбиты, стены проломлены. Не таким я себе представлял новый дом. Что стало причиной разрушения? Битва, Тор и та женщина рыжеволосая. Они разворотили город. Охватившая их ярость была чудовищная. Тор был в ярости. Это нормально. Нет, воительница. Она была в бешенстве и билась отчаянно. Тор был пьян от браги и неуклюж, а вот она, ее пьянила ярость. Она была неудержима. В каждом взмахе топора сквозил гнев. Их битва уничтожила эту землю. Эти рассказы я видел Фрейгне, но такой никогда. Заклятые руны этот. Увеличение урона от рунических атак клинками при максимальном запасе вечной мерзлоты жара. Рун 77.
Увлечение Ароа от рунических атак клинками при максимальном запасе вечной мерзлоты, жара или вихря. Нет, ну тут... Для Рун. Подожди, для Рун, да. Так, для Рун нам надо поднять реликвиды. Увеличение урона в ближнем бою. Ясно. Пространство. Мейнинга. Вот вызов волны шока. Я вот его не испытывал, Вали. А, здоровьем и на всю урон зависит от размера жертвы. Вот этот вот, когда шок... Классная штука. Ну, ладно. В ближнем бою, так в ближнем бою. Волны шока. Ну, это вот... Так, а теперь нам надо... Муспельхейм. Руны 3. Восстановление 10. Удачу 7. Сила. Ну тут надежность Асгарда. Сила 12. Восстановление 3. Сила 10. Ну восстановление будет, ну вообще мало. Эмблема уклонения. Оглушающий щит. Так, забыв всем негативным эффектом на 20%. Это относится к горению. Ну чё, вот вместо вот этого надёжность вон Муспельхейма. Так, роковая печать. Так, я так. Подожди-ка. Так, герб отчаянного героя. Примежит до критического уровня, Кратос получает непробиваемый барьер. Прилив здоровья.
Так, нам вот что надо. Так. Вот я хочу вот что. Так, как это... Нет. Вот упорное сопротивление. Так. Завершаю так, нет. Подожди, эмблема девяти миров. Так. Дар гнева, дар... Небесная панацея, вот. Ну, тут вот только вот это остается. Зато 25 этих мы снижаем. Ну давайте, про. She took part in the destruction of this valley. That would take a rage. Ну давайте пробовать. Perhaps you and Faye had more in common than you thought. Да. От огня она защиту поставила я. У нас обоих были тайны, такая ярость, даже самые светлые души. Понял. Я-то думал, это все, да? Ты видал, но мы можем и вот здесь спуститься, если у нас сил не хватит. Ладно. О! Ребят, а тут чемодан. Понятно мне. Ага. Ну тут может быть. Я понял. А третий, как с прошлым этим самым, может быть. Когда дракон... Ага. Нет. Мы открыли, друзья мои. Мы открыли его. Мы его открыли. Мы его открыли. Четыре из пяти. И один ящик у нас не открытый. Так, мы сохранимся. Не хочу я больше, не знаю. О, 50-й. Сможем мы тут пробиться или нет? Но будем надеяться. Будем пробовать. Как получится, дорогие друзья. Dragon's here. Prepare yourself. Take cover! Go!
Can't do anything while he's on that pillar. Давай! Давай, 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 Артур! To go before this crater's cleared out. Да. There can't be many more dragons left now. Then what are we waiting for? Пепельный тиран. После долгой мерзкой зимы пришел тепло, мне дарит желанный дых, но пламя этих драконов заставило меня по-новому взглянуть на холод. Печать рунной бури. Так, подряд повышает устойчивость забивания и создает бурю берверста. Мне вот надо Левиафан. Так, значит, повышение сопротивления урону. Ну, везде сопротивление урону ставлю. Вот так, антихаус, трупнер. Артрей у нас есть.
Ярость. Ну, ярости я тут не прибегну. Скажем так, откровенно. Так, ну вот, друзья. Остался с такой здоровый чувак нам остался. Духи нам поведали истину. Ну, пойдемте. Так, ну ничего, нормально. Прошли. Как он там хоть называется-то у нас, этот, цели? Просьба, путь разрушения у нас остался, да? Так, цветущие миры, горнило, через миры. Так, выполненные просьбы. Это кружка, свитка, жертва войны. Горящие небеса выполнили, я понял. Горящие небеса и кодекс. Нет, я вот не могу понять, а где драконы? Где драконы? Ну, драконы где у нас? Ладно. В общем, горящие небеса, да? И жертвы войны, тайны. Я понял. Не-не-не-не-не-не. Не понял? Ладно, горящие небеса, ясно. Все. Так, горящие небеса. Ну вот мы, друзья. Ко-ко-ко. Ну, карты подбери. А, ну нас тут теперь мы все открыли. Так. Эмир. Can we get back to what you were saying about Magni and Modi's childhood? Да что тебе это Моди дались? Aye. He was always a cauldron of drunken rage, and Sif wasn't much better. Enough. We will continue later. Так, а мы, может быть, там выйдем до к этому. А, может, мы сейчас не к кратеру, а в этот. Нет, путь разрушения, это мы потом.
Нет, это вот путь разрушения, это еще один, но это мы потом пройдем. Мистические врата. Так. А, это колодцы. Заросшая башня, западная. Западная равнина. Ну-ка, вот это вот. Или все-таки вот здесь. Ну, давай. Нет, кратер, вход не то. А, нам надо было в Нивельхейм. Надо в Нивельхейм сгонять. А, нормально, нормально. Все хорошо. Потом принесем, сходим. What you need now? Чего нам тут не дали? Рунного града. Целебное это. Ясно. Ну ладно, друзья. А броня тут нам? Ничего тут нам. Нагрудник. Ну, броня нагрудная, это только силу. Да, парирование, то есть это надо парировать и не ловить ни разу эту. Ясно. Now, what else was there? Да. Ну ладно, мы тут сохранимся. Всем приятного было просмотра. Очень рад, если кто посмотрел.